как забирает спину с дабл under гарпас. Ну и с гарпаса, да. Заходим, можно заходить и со стойки, и с колен, как вам удобно. Ныряем. Да, и поднимаем таз оппонента. Чуть-чуть подтягиваем его на себя. Забираем его таз на колени. После подхватываем его ноги и поднимаем левое колено. Перевожу свое правое колено, где его ребра, в бок. И ухожу в бок. Одновременно я должен забрать своей стопой его ногу. Это обязательно. Если мы не забираем, то он уходит. И вся атака теряется. Заправляем крюк. Опять же толкаем. Меняем руки. Делаем захват воротника. И вводим наш таз. Заправляем вторую ногу. Вытягиваем. Закрываем сидбелт. Можете помахать. Шикарно.